Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала «Лошади и охота как часть жизни». Вот, приехали мы к Валеру Цыгану. Если смотрели мой канал, он ко мне зимой в начале февраля приезжал за сеном на этой кобылке Рада. Зовется она у его. Вот она уже, видите, как значит. Уже где-то вымешка какое налило. Где-то, может, вот даже завтра, послезавтра и приведет ему жеребятка. Сейчас мы перейдем в другое место. Там ее дочка ходит. Вот 5. Еще тут его военная часть рядом. Смотрите, сестры. И травы здесь море, море. Все тоже цып навязывает. Видите, на цепу ходит. И веревка. Такая толстостенная. Видите, веревки на такой. Кобылка такая средняя, спокойно, рада, спокойно. Ну, тоже сказал, сама ходит в родах, работу делаем. Вон даже вот жеребья билась, только было видно. Хорош. Сейчас перейдем, покажем дочку ей вам. Сказал, что $1300 за жаробну пообещал ему. Если говорит, за 2 дня не заберет, не буду уже продавать. Но сейчас перейдем в другое место, покажу вам дочку ее. Вот, друзья, перешли к той кобылы Рады, подошли. Как ее зовут, Валера, кобылку твою? Малышка. Малышка. Сколько ей возраст? Год и 5. Вот видите, это Радина дочка. Вот он ее тоже решил поехать с женкой и с внуками на море, решил продать. Скажи, Валера, номер телефона, кто хочет приобрести ее. 8025 97 07 657. Это в городе Слуцке. Видите, какой ей передок. Так что, кто хочет лошадь, на доллары сколько, скажи, сколько ты хочешь долларов за ее? 900 баксов. Ну, 900 баксов, это, вы понимаете, с цыганом, и он хороший цыган, не бестолковый, с ним можно и поторговаться. Вопрос, да. Смотрите, какие копытики, трошки подделаете, все. Кобылка сытенько. Только кто-то ее и бык обгрыз хвост. Чим? Этот собрался, этот. Да. А, колючки? Колючки. Колючки. Так что, друзья, в городе Слуцке у Ромы Валеры Бадулая хорошая кобылка есть. Видите, травы? Травы здесь. Море, море, цветы цветут. Вот, видите? Так что решайте, кто хочет. Ну, добро, Валера. До свидания. Поедем дальше. Всего хорошего. Так что пусть люди заходят, звонят тебе на этот номер. Я цыгане отгоняю, как чужим не подходило. Ну, добро, друзья, заходите на канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, едем дальше. О, видите, идет за ним, и все.